Всем привет! В этом ролике мы поиграем в The Walking Zombie 2. Мы будем выживать в мире апокалипсиса, который захватили зомби. Посмотрим, сможем ли мы там выжить или нет. Так, это у нас, похоже, трейлер самой игры. Тут девушка, она либо заражена, либо беременна. Я не понимаю. Но, похоже, беременна. Только какие-то мужики. Давайте посмотрим весь трейлер и потом вернемся. She didn't look well. She disappeared. Watch out! Игра началась! Разваливаем зомбарей! Куда его? А! Сзади! Раздаем хэт этим зомбарям! Вам не место в этом мире! А теперь бежим! Мне нужно куда-то положить своего ребенка. Вон там отмечена точка. Похоже, в этом автобусе. Окей, давай, полежи в ящике. А папа возьмет миниган и пойдет дальше мочить зомби. Who found our refuge in the woods? Frank. Lila. Elder. Rooster. Курица, блин. The chosen one. Я не понял, а почему мы здесь в образе какого-то алкаша? Это, похоже, деревенька, где собрались все выжившие, и в том числе и я, избранный алкаш. Так, что мы тут возьмем? Я возьму биту, пожалуй. Теперь винтовочку, конечно же, в главной. И можно отправляться на полигон. Мы уже тут. И давайте начнем херачить вот эти манекены. А! Уничтожаем все эти манекены. А нечего тут стоять. Мешают они еще тут. Эти тоже туда его. Миссия выполнена. Поговорим с Фрэнком. Отличное начало. Он говорит, что у него нет времени. Нет, нет, нет. Подожди, дружище. Окей, спасибо за патроны. Одним выстрелом. Восстанавливаем заборчик. А кто это у нас тут? Привет, пока. По-любому же еще есть. Близняшки! Туда его, минус близняшки! Так этим я сейчас просто хэд снесу и все. И будет кайф. Все. А Кент просто поспать хотел. Продолжаем, это еще не все. Зомби почему-то не заканчиваются. Там еще вон очередь идет на погибель. Осталась одна. И все. Мне сейчас Борис предложил париться в его экскрементах. Я не буду этого делать. Я себя уважаю. Да блин, что он там забыл-то, а? И как он столько навалил? Там же килограммов 5 как минимум. Все, я больше не могу, выбегаем отсюда. Ты пошел нахер. Я в воду. О, да. Так явно лучше. Я что-то вижу. Походу тут реально что-то есть в этой тонне говна. Это какие-то часики. Еще и новое достижение. Дёрти. Отличная работа, спасибо. А я опять в речку. О, да, кайф. Откопал, не бойся, Борис.
Блин, ради друга Дана все готов, даже в его фекалиях порыться. Еще какое-то задание. Ты что, издеваешься? Фото жены. Ну ладно. Без проблем, люблю искать приключения на свою жопу. Что у нас есть у торговца? Снайперская винтовка. Чувак, я беру. Забирай все мои деньги. Первый готов. Критикал. Еще идут. Не понял. А чего так не умираете? 3 выстрела только. Офигеть. Потому... Да блин, я не попадаю. Они меня бьют уже. Мне страшно. Ничего, можно и с одного даже развалить. Снайперская винтовка какая-то странная. Смотрите, там одинокий дед инсайдик гуляет. Давайте его убьем. Раз выстрел. Все, давай, отдыхай. Еще один идет. Половина хп. Не попал. Попал. Ух, с 3 попыток только. Бежим к костру. Мне кажется, в этом доме будет что-то интересное. Погнали проверим. Блин, музыка такая напряженная, меня это напрягает. Эту бутылку можно разбить? Нет, нельзя. Окей. Тут у нас что, дровишки? А, зомби уже идут. А вот и гости, как же я вас ждал. Ну что ж, давайте в очередь на погибель. Ты первый. А меня уже, кстати, в угол немножечко зажимают. Так, нужно перебежать и вот эту зомби-мать расстрелять. Отправить в канаву. Туда его, обратно в канаву. Так, выцеливаем. Я хочу его отсюда зашотить. Фига я снайпер. Погнали его добьем. А ты что тут забыл? До свидания. Обыскиваем этот костер, походу. И что же взять? Да ладно! Миссия выполнена! Я нашел фото жены Бориса! Ролик подходит к концу. Сегодня мы смогли выжить в мире зомби-апокалипсиса. Постреляли в зомби и вообще классно провели время. Если вам понравилось, то, конечно, подписываемся, комментарий, ну и лайк, пропуск в рай. Все же очевидно. Всем удачи, всем пока! Подпишись-ка на канал. Ага. Быстро подпишись-ка. Если ты на кнопку не нажал, нажми. Значит, ты пиписька. Лайк поставь и напиши коммент. Пожалуйста. Не один, а целых 100. Это будет твой абонемент. Йоу. Пока лето.